Благоустройство стало одним из критериев республиканского конкурса, проводимого среди городских и сельских поселений Чувашии. Сегодня в Министерстве строительства подведены итоги за 2015 год. Победители республиканского конкурса выбирали по четырем категориям в зависимости от количества жителей. Учитывался ряд показателей: развития жилищно-коммунального комплекса, благоустроенность, экология, состояние дорог. В итоге победителями среди городов стал Канаш, второе и третье места у Козловки и Урмар. В других категориях лидерами были признаны село Порецкое, Кшаушское и Арабосинское сельские поселения.